На стендах более 500 уникальных фигурок из разных исторических эпох. Петровская армия, солдаты Первой мировой и Великой Отечественной. Среди экспонатов – самолеты, разные виды танков и кораблей. Все это – частная коллекция директора школы. Владимир Давыдов годами собирал эту экспозицию. Каждый год показывал то, что удалось найти ученикам. В этом году выяснилось, найти получилось рекордно много. Директору торжественно вручили диплом «Рекорды России». Это самая большая частная тематическая коллекция солдатиков – 523 штуки. Выставка военно-исторической миниатюры – это часть учебного плана. Так, в казачьей школе детям помогают учить историю своей страны. В этом году я выставил исторических деятелей, таких как Жуков, таких как Кутузов, таких как Сталин, Шапошников. То есть я хочу, чтобы дети действительно понимали, что надо мыслить не только обыденно, а обязательно креативно, творчески. Потому что без этого, мне кажется, нет духовной жизни. Экспозиция «Армия на ладошке» открыта для всех желающих. Сейчас ею любуются школьники. Остальных приглашают 2 и 3 мая. Приходить можно семьями. Главное – взять с собой паспорт.